Временные трудности испытывают водители на некоторых дорогах муниципалитета. Но никто не в обиде. Май – традиционное время начала ремонта асфальтового покрытия. В настоящий момент работа кипит сразу на нескольких участках. Один из них – дорога от Каширского шоссе до деревни Калиновка. Протяженность трассы чуть более 2 километра. Асфальт будет заменен на площади около 23 тысяч квадратных метров. Подготовительные работы у нас начались еще до праздников. В них входило именно фрезерование и по подготовительной работе. Разлив вяжущих битума перед укладкой. И, соответственно, вот мы уже с вами четвертый день здесь укладываем асфальтно-бетонную смесь. И я думаю, что завтра мы основные работы закончим. Останется только уже текущая. Это подготовка обочины, укрепление обочины. Уже полностью уложен асфальт на одной стороне дороги. В настоящий момент на участке реверсивное движение. Подрядная организация прикладывает все усилия, чтобы работы были закончены в срок. В данный момент мы с вами видим около 15 единиц техники, это включая самосвалы, которые подвозят асфальтобетонную смесь, и около 20 рабочих. Ремонт на этом участке проходит в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья». Всего в Ленинском округе планируется восстановить покрытие на 8 трассах.